Президент Франции в своем заявлении об итогах пятисторонней встречи с участием Ильхама Алиева и Никола Пашиняна исказил позицию сторон. Об этом заявил МИД Азербайджана. 1 июня в Кишиневе прошла пятисторонняя встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Заявление для прессы по итогам пятисторонней встречи по традиции было сделано организатором брюссельского формата Шарлем Мишелем. По его мнению, встреча была продуктивной. Впоследствии заявление о встрече, сделанное президентом Франции в одностороннем порядке, не отражает и искажает позицию сторон. К сожалению, это не первый случай проявления такого поведения со стороны Франции. И это не вносит положительный вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, мир и стабильность в регионе, подчеркнул официальный представитель МИД. Отметим, что в заявлении Макрона говорилось, что европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан соблюдать все свои обязательства, в частности, обязательства по скорейшему освобождению военнопленных. Они также, по его словам, подчеркнули важность определения прав и гарантий для армян, проживающих в Карабахе. Кроме того, президент Франции отметил важность отказа от какой-либо враждебной риторики и продолжения усилий по восстановлению мира на благо всего населения региона. При этом в опубликованном официальном заявлении Шарля Мишеля об итогах встречи тема «Безопасность и права» упомянута в общем смысле, а Карабах не упоминается вовсе.